Всех приветствую. Мы находимся сейчас на Яруне. Это одно из излюбленных мест жителей Загреба для рекреации на природе. Вокруг озера, искусственное озеро, где проходят занятия греблей и где есть пляжи, где можно загорать, купаться. Здесь контролируется качество воды. Ежегодно вывешивается информация, можно ли или не можно купаться. Но обычно всегда все в порядке с водой. Если кого кувшинки не смущают, то нормально, купаться можно. Значит, здесь на Яруне есть несколько островов, на которых есть и детские площадки. Нравится тебе, Эвелин? Да. Ага. И кафе какие-то, вон там детский праздник за мной проходит. Наверное, день рождения детский отмечается. Нудистский пляж есть. Вот там гора Медведница за Загребом. И тут спортсмены занимаются греблей. Привет! Мы пришли на Ярун, мне очень нравится, вы слышали, на бассейнах уже, что люблю купаться, люблю воду, люблю море, люблю купальник, люблю корабль, люблю все, что в море или в воде. Как тебе Ярун-то вообще? Мне вообще отлично. На хладовине, маму сидел купать, има лепи ресторанчик, сесть. Има за дечи содержаи, забава за обитель, само так. Главное, что хладовина есть. Да. Это самое главное. Очень сильная хладовина. Да. А вот скажи, пожалуйста, ты любишь хладовину? Хладовину? Да. Нет. Не любишь? Не знаю. А почему? Да. Ну чё, домой говорить. А почему ты не любишь хладовину? Потому что тогда не. Потому что там все время холодно. Вот кроме хладовины, Ярун еще интересен одной необычной инсталляции. На острове, вот там вот за мной, на том острове, инсталляция называется «Солнечное сплетение», «Соларный плексус». Значит, один словенский художник и писатель, Марко Погачник, он предположил, что чакрами обладают не только люди, но и земли. И Европа имеет свой позвоночник, свои чакры. По его мнению, эта ось проходит от Крита до Исландии. И вот Загреб и место Яруна – это как раз прям вот аккурат третья чакра. Поэтому он применил такую вот, как акупунктура есть, когда иголочки ставятся, активируются специальные точки. А он ставит каменные столбики, активируя тоже какие-то энергии, специальным образом выбранные места. Литопунктуру вот он предложил, ее провел в Загребе, но вот столбики уже демонтировали, а инсталляция с камнями, разложенными по кругу, осталась. Поэтому кто посещает, планирует посетить Загреб, Ярун, советую сходить на тот остров и посмотреть вот эту инсталляцию «Солнечное сплетение». Необычно. Вот тут единственное такое неудобство, что вот здесь находится школа гребля, и вот так вот просто пройти к тому берегу и как бы выйти в город, к остановкам или к парковке нельзя, и нужно вот это вот все обходить.